Всем привет! Вот и наступил период, когда нужно у меня уже обрезать мой виноград. И на данный момент вот этот кустик виноград Преображения за этот год, это первый год посадки, был он посажен прошлой осенью. И мне удалось, несмотря на то, что он очень тяжело приживался, этот кустик, вырасти две лозы. Примерно где-то около 2 метров была эта лоза. Ну вот, прошли первые небольшие заморозки. И то, что не успело вызреть, вот оно. В общем, молоденькие они сами подпадали. А здесь вот это все будет обрезаться. Значит, точно такая же длинная и вторая лоза. Вот она большая. Значит, что я сделаю? Я оставлю 60 сантиметров примерно до первой проволоки, которую я потом буду здесь устанавливать. И еще оставлю на запас. Обрежу я только там, где уже начинается вызревшая лоза. И даже если здесь что-то останется, то есть на следующий год, если я буду отсюда пробовать гнать лозы, то даже если здесь этот кусочек останется, я его оставлю, я не буду его обрезать. Это будет как запасная кора или как лоза для питания. Точно так же я сделаю и здесь. Примерно я обрежу где-то вот здесь с запасом. Это все вызрело. Вот. И потом это все буду укрывать. У нас еще и оттепель, поэтому заморозков пока не предвидится, поэтому я пока закапывать не буду. Ну, недельку, через недельку, наверное, уже начну потихонечку. Вот. И уже на следующий год я буду отсюда гнать лозы, которые уже буду у нас на следующий год из них делать рукава. Может, это что-то я неправильно делаю, но я учусь, поэтому у меня первый опыт. Я решила сделать так, заоставив запас лозы. Всегда можно потом убрать ненужное. Поэтому посмотрим. Не попробуешь, не узнаешь. Таким образом, я буду и остальные кустики обрезать. Потому что вот если взять у меня кустик лучистый, он у меня лучше всех рос, но тем не менее вызревание лозы у него не такое. Раньше всех двинулся в рост, больше всех были длинные лозы, но вот они сами попадали, где не вызревшая лоза, видите, оно все само поотваливалось. Поэтому я тоже буду слегка обрезать, оставлять запас. Вот эти все молоденькие я уберу, они не надо, они все равно не вызрели. То, что не вызрело, оно уже давно само позасыхало. Вот. И это тоже мне не надо, потому что и из него не сделаешь ни рукав, ничего. То есть я его тоже обрежу на обратный рост. Но в следующем году отсюда буду гнать уже новый рукав. Вот. Здесь тоже у меня я возьму как... Сюда будет у меня рукавчик. У меня как раз доходит до примерно 6 сантиметров от земли. И остаются еще пару почек. Поэтому больше я здесь обрезать не буду до весны. Здесь то же самое. Несмотря на то, что росло, осталось вот такое вот маленькое расстояние, где лоза вызрела. Здесь вот все, что было зеленое, оно уже давно отсохла, поэтому тоже слегка обрезала и также его закопаю. Вот такие вот у меня первый опыт обрезки винограда. Ну, посмотрим, что из этого получится.